с вами Hype Trend. От какого фрукта вас может сразу же начать тошнить? Какой фрукт считается самым сладким на планете? И благодаря какому фрукту вы сможете соблазнить любую девушку? Это и не только в нашем сегодняшнем выпуске про самые необычные фрукты в мире. Чтобы всегда быть в тренде, подпишись на канал, нажми на колокольчик и смотри крутые выпуски первым. Дуриан. Дуриан – это фрукт, способен взорвать ваш мозг. Из всех известных фруктов именно дуриан заслужил самые разные характеристики. Запах дуриана настолько отвратителен, что с ним не пускают в большинство общественных мест в Азии. Говорят, что сделав несколько вдохов запаха этого фрукта, людей может начать тошнить. Ну нахер. Отец. Но если зажав нос и преодолев отвращение, вы все-таки попробуете его мякоть, то поймете, почему этот фрукт называется королем фруктов. Но далеко не каждый способен отважиться на такую невероятную смелость. Родина дуриана – Юго-Восточная Азия. Рука Будды – необычный фрукт, похожий на странный лимон с очень толстой коркой и иногда вообще, кроме корки, ничего не имеющий. Что это, блять, вообще такое? Выглядит невероятно странно, как будто из компьютерной игры. Из него нельзя выдавить сок и часто в нем не бывает семян. В Китае его часто хранят в доме как талисман. Также этот фрукт часто используют в изготовлении женских духов. Маракуйя во многих странах известен как фрукт страсти. Родом она из Южной Америки и отличается необычно вкусным соком. Ее мякоть не менее вкусна и часто служит добавкой к разным кондитерским изделиям. Почему же ее называют фруктом страсти? I don't know. Говорят, что съев много маракуйи, у людей начинается сильнейшее влечение к партнерам противоположного пола. Идем дальше. Панданус, который также известен как винтовая пальма. Но лично мне он напоминает яйцо какого-то инопланетного монстра. Родиной пандануса являются острова Малайзийского архипелага. Его плоды нашли применение практически во всех сферах жизни, от изготовления краски до употребления в пищу. А еще ими можно пугать друзей на Хэллоуин. Кивана – нечто странное, напоминающее смесь огурца и дыни. Невероятная штуковина, которая лично для меня кажется какой-то детской игрушкой. Сам фрукт родом из Новой Зеландии. Внутренности этого фрукта не менее странные и напоминают зеленую жидкость, которая обычно в фильмах вытекает из мертвых пришельцев. Кстати, для этих целей зачастую кивана и используется. Драконный фрукт, также известный как питайя. Действительно имеет что-то общее с драконами. Выглядит он просто очень круто. Со стороны он выглядит как творение современного искусства. Родом этот фрукт из Мексики. Но на сегодняшний день стал довольно популярен во всем мире и растет в Индонезии, Австралии и даже в Израиле. Его используют во всевозможных деликатесах. Рамбутан – загадочный фрукт из Юго-Восточной Азии. Его в основном применяют при изготовлении джемов и желе, а семена жарят и употребляют в пищу. В прошлом азиатские колдуны использовали рамбутан для того, чтобы создавать на его основе специальное зелье, вызывающее у воинов галлюцинации и делавшее их сильнее в несколько раз. Кстати, напишите в комментариях, а какой ваш самый любимый фрукт? Акебия пятерная пришла к нам из центрального Китая. Кажется, что этот фрукт способен раскрыть пасть, как хищник, и наброситься на всех проходящих мимо. Но на самом деле ничего подобного. Ее плоды очень интересны, напоминают сардельки со съедобной мякотью в середине и вкусом, напоминающей малину. Атымоя – гибрид черемои и сахарного яблока. Этот фрукт считается одним из самых лучших фруктов во всем мире. Ее называют королевой субтропических фруктов. Мякоть, по вкусу напоминающая манго и ананас, просто тает во рту, как крем или сметана. Ну и напоследок змеиный фрукт, также известный как салак. Дает плоды, покрытые кожурой, удивительно напоминающие змеиную шкуру, похожие на луковицы. Мякоть бежево-желтого цвета, сладкая, ароматичная и имеет специфический вкус. Чтобы его почистить, надо как следует приноровиться или легко можно обколоть себе руки. Ставь лайк, если бы рискнул попробовать хотя бы один из этих фруктов. Спасибо!